17:30 у микрофона Алексей. Собственников аэропорта Домодедово наконец нашли, объявил глава СК Арбастрыкин, и не исключил уголовное преследование, если они не возместят ущерб пострадавшим в теракте. Имена не назвал, но эксперт уверен, что речь идет о каменщике и погоне. В Домодедове уже заявили, что аэропорт не должен отвечать за вред, причиненный террористами. Центробанк разрушил банковскую империю Мотылева. Регулятор отозвал лицензии сразу у трех его банков. Российский кредит АМБ и М-банка в качестве причины называют рискованную кредитную политику и недостоверную отчетность. Размер дыры в капитале банков оценивается в 70 миллиардов рублей. В Чите прошел митинг против передачи земель китайцам. Около 100 активистов потребовали провести референдум. Хуаэ Синьбан готова арендовать в Забайкалье 115 гектаров земли. Компания обещает 24 миллиарда рублей инвестиций и привлечение в основном местных трудовых ресурсов. Российская валюта остается под давлением. Процент с четверти теряет рубль к доллару 58,49 и чуть более процента к евро 64,15. Цены на нефть ускорили снижение. Сейчас почти 2% теряет марка Brent. Текущие котировки $54.54 за баррель. На этом фоне российские индексы также усилили снижение. Почти 3% теряет индекс РТС и процент с четвертью индекс ММББ. Подробности в программе «Капитал». Пока к другим темам. В России создадут новое кредитное рейтинговое агентство. Оно начнет работу уже в четвертом квартале этого года. Такое решение принято Центробанком по итогам совещания с участниками финансового рынка. Капитал агентства 3 миллиарда рублей. Ранее сообщалось, что его учредителями будут банки с госучастием, но в итоге решили, что поучаствовать в создании агентства смогут любые российские компании. С какой целью создается новое агентство, как вообще работает система рейтингов и для чего компании получают кредитные рейтинги, об этом Михаил Задорожный. Предельно упрощая, рейтинг – это деньги. Если компания планирует привлечь средства с рынка, то высокий кредитный рейтинг повышает шансы успешного публичного размещения. В разных агентствах значения рейтинга отличаются, но, как правило, самый высокий – это AAA. Он означает, что у эмитента исключительно высокие возможности по выплате долгов и процентов по ним. Самый низкий рейтинг обычно обозначается буквой D, то есть дефолт. Отсутствие рейтингов вообще – это плохо. Это означает, что надежно заемщика никто не оценивал. Кредитные комитеты банков тоже учитывают наличие рейтинга потенциального заемщика при принятии решений. Если рейтинг высокий, то процентная ставка ниже, а кредитный лимит выше. И наоборот, компаниям с низким рейтингом денег дадут меньше, а стоить кредит будет дороже. Как формируются рейтинги, объясняет гендиректор национального рейтингового агентства Виктор Четверяков. Первое, это как раз вот когда по запрошенным рейтингам, по сути, оплачивается работа агентств по присвоению рейтинга заказчику. Компании, которые этот рейтинг получают, или банк. Второй момент, когда не оплачиваются рейтинги, платят за это инвесторы, но, соответственно, на публичной информации агентство делает такие рейтинги. Еще одна модель, когда вот агентство КРУ, например, это американское агентство, которое, по сути, приобретено пенсионными фондами, низкими крупнейшими американскими, оно только для них делает рейтинги, оно считает, оценивает с точки зрения риска инвестиции этих пенсионных фондов. Но то агентство, оно не регулируется вообще. То есть, по сути, как подразделение риск-менеджмента для пенсионных фондов. В России есть 7 рейтинговых агентств, 4 из них крупные, присутствуют на рынке много лет. Это Русрейтинг, Эксперты РА, Национальное рейтинговое агентство и АКМ. Все они работают с рейтингами по запросу, которые считаются более достоверными, потому что в таком случае агентство использует внутреннюю отчетность компании. Чтобы получить такой рейтинг, эмитент должен сам обратиться в агентство, заключить с ним договор и оплатить работу. Будут ли российские инвесторы ориентироваться на рейтинги создаваемого агентства? Отвечает главный аналитик компании управления сбережениями Александр Потавин. Мы работаем в соответствии с теми рейтингами, которые у нас есть в международной тройке. На российские рейтинги мы сквозь пальцы смотрим. А вот с точки зрения нового агентства, ну, у нас же командно-административная система-то остается. Нам скажут принимать решение на основе этого рейтинга, и это закрепят законодательных актах. Соответственно, мы подчинимся и пойдем в козырек. Может быть, рейтинги, присвоенные новым агентством, позволят российским компаниям привлекать больше средств на внешних рынках? Мнение президента компании «Московские партнеры» Евгения Когана. Понятно, что если
наши российские.